Всем, Димас, с вами привет. Всем здорово. У микрофона Димас Волк. И сегодня у нас 105 интромейкеров года. Ну что ж, погнали! На пятом месте у нас Батрис Десиган. Почему? Потому что он начинающий интродел, так что можете заказывать. И да, судя по его аватарке, это очень прикольно. Ну а так у него шапки нету, так что... Ну ничего страшного, бывает. Но мы приступаем к четвертому месту. На четвертом месте у нас Кайфер Десиган. И да, у него оформление и аватарка очень прикольно. В принципе, почти похоже на Мессигну, но только арт разнесен в правую сторону. Это не важно. Но так, он очень крутой алайтер, заказывайте. Приступаем к третьему месту. На третьем месте у нас Куки Десиган. И да, что по поводу оформления. Шапки и аватарки. Она выглядит очень прикольно, но аватарка больше всего напоминает в геймстиле. Ну а так, в принципе, это топ-филмовщик, заказывайте. Интро получается годно. Мы приступаем ко второму месту. На втором месте у нас Лярже, или же по-другому говоря, Лейри. И да, что по поводу оформлений, оно очень прикольное, топовое, в стиле Соника. И да-да-да, интро просто бомба, заказывайте, Лейри. И да, переходим к первому месту. А на первом месте барабанная дробь Мессигна. Мессигна самый топовый филморщик, которого я видел. И да, можете заказывать. Оформление выглядит топово. Даже бы сказал на оценку 10 из 10. И да, вторая часть выйдет на 10 лайков. Набирайте 10 лайков, снимаю вторую часть. Ну ладно, ребят, всем удачи и пока-пока.